В эти выходные на центральном рынке произошел обвал крыши одного из торговых павильонов. Все случилось в ряду, где торгуют овощами и фруктами. Эти торговые павильоны уже не новые. По словам директора рынка, они стояли около 10 лет на месте, где сейчас строится новый комплекс. После того, как их сюда перенесли, павильоны немного подремонтировали, заменили крышу. Но, как выяснилось на днях, конструкция оказалась совсем непрочной. Получилась недостаточно жесткая конструкция в том плане, что у нас часть ферм получилась деревянная. И она, брус недостаточно жестко был скреплен с каркасом, с трубой. Вот поэтому мы сейчас все этот павильон мы восстанавливаем, сегодня мы его сделаем. И параллельно мы на всякий случай, во избежание всяких дальнейших недоразумений, все те вот секции, которые есть, у нас их тут 12, мы еще дополнительно усилим. Небольшие повреждения получила соседняя палатка, где торговали макаронными изделиями. Крыша как раз обрушилась на проход и это торговое место. Все случилось около 8 часов утра, покупателей еще не было. Благодаря этому удалось избежать более тяжелых последствий. Здесь торговали 4 предпринимателей, 3 предпринимателя, вернее, и одна женщина, частник Лапина Тамара, которая с Татанова торгует. Сегодня, значит, я по телефону беседовал с теми людьми, 2 человека обращались в скорую помощь, им сделали укол от вот такого стресса, у них поднялось высокое давление, им сделали укол. Чувствуют они себя удовлетворительно, но в то же время мне бы хотелось извиниться, принести свои извинения от себя лично, от администрации рынка, что мы доставили, причинили неудобства как торгующим, так и покупателям.